начинаем модный показ коллекции «Весна-лето 2018 года». Ну и сегодня мы, конечно, говорим о красоте. Какая она жительница динамичной Москвы? Какая она жительница Варшавы? Самая модная жительница Парижа? Конечно же, Токио, Лондона. В общем, я вас приглашаю не просто нашу интернациональную вечеринку, но и в настоящий круиз. Добро пожаловать! Наша первая остановка – это, конечно же, наша столица, собственно, где мы с вами сейчас все и находимся. Ну а помечтать о Варшаве, Берлине, Париже мы с вами еще успеем. Невероятный, безумно красивый букет, между прочим, выполнен в цветах триколора. И очень красивые ботинки на ножках нашей прекрасной модели. Именно без такой пары просто невозможно представить себе раннюю весну в Москве. Ну и, конечно, фантастическое количество цветов. Как всегда, бренд «Каприз» предлагает не только изысканную итальянскую натуральную кожу, но и невероятные расцветки. Вот такое ноу-хау, невероятный синий горох, фантастические светло-серые оттенки, персиковые и даже красные. Выбирайте то, что нравится именно вам. И, конечно, никакую москвичку, никакую вообще жительницу мегаполиса невозможно представить себе без хотя бы одной пары полуботинок на осень и на весну. Именно поэтому мы предлагаем разбавить наши мрачные осенние, весенние, ну и в этом году, к сожалению, даже летние будни. Прохлада – это все-таки наша, наверное, московская. Поэтому выбирайте удобную обувь, мягкую, из натуральной однослойной итальянской кожи. Но вот такой невероятный персиковый жемчужный блеск. Вы только посмотрите на эту красоту. Ну и да, теперь у нас на модных показах чаще появляется Евгений, потому что именно он представляет капсульную коллекцию от компании «Каприз». Мужская коллекция, ее немного. Но поверьте, она стоит того, чтобы вдохновить даже ваших мужчин. Натуральная итальянская кожа здесь абсолютно везде, снаружи, внутри. А какие же мягкие слипоны сегодня на ножках Евгения. Поверьте, он сегодня не работает у нас, он просто отдыхает. И, конечно, никакую жительницу Москвы просто невозможно представить себе без мокасин. Если честно, наша воля, мы бы вообще вот так только и ходили. Толстовка, джинсы и удобные мокасины. Ну, а если мы говорим про лето, толстовку можно просто снять и остаться в футболке. А мокасины и правда шикарные. Во-первых, внимание, сделаны из нашей любимой, вуаля, оленьей кожи. Мы так любим этот канадский материал. Да, дорогой, да, перчаточная кожа, но какой же он потрясающий. Каждая женщина, лишь надев пару из оленей кожи, всегда говорит, вот это да, отказаться. Теперь от такого просто невозможно. А если это еще и бахрома? А если это еще и жемчуг на мокасинах? Но это просто мечта, розовая мечта. Летящей походкой мы с вами отправляемся да куда угодно. В Москве такое количество разных мероприятий, куда ли вот так легко. Буквально порхай по воздуху, можно отправиться. Невероятно удобные мокасины из оленей кожи. Настоящий хит, украшенные супербантом. Какая нежность, какая грация, какая невероятная красота и само очарование. Еще раз напомню, оленья кожа, а этот цвет, между прочим, настоящий хит. Безумно красивый светло-серый оттенок. Также есть еще один модный цвет, ментол. Ну и, конечно же, белый. Голубой и светло-серый. Ни одну жительницу мегаполиса невозможно представить себе в обуви без перфорации. Ну, конечно, у нас всегда душно, всегда много людей, всегда сплошные пробки, столпотворения, общественный транспорт, да и даже если вы едете на машине, кондиционер, в конце концов, может сломаться, ну или вдруг вы забыли его включить. Обувь обязана быть с перфорацией, чтобы ваши ножки дышали. Ну, а если это прекрасные туфли из невероятной, самое главное, потрясающей, дорогой оленьей кожи с медальоном, подошву даже можно, вы представляете себе, огромное количество цветов. И черный, и белый, и серебро, и белый с серебром, и золотой океан, и цвет подошвы, опять же, можно выбирать. И удобно, и комфортно. А главное, оленья кожа, это кожа, про которую мы с вами все знаем, она практически не изнашивается. Мы уверены в том, что если обувь сидит на женской ножке так, будто бы это ее вторая кожа, то не только день, но и все абсолютно можно считать абсолютно успешным. Можно чувствовать себя легко и комфортно и совершенно не задумываться о том, какая на тебе обувь. Просто забыть об этом, когда ты надеваешь мокасины из натуральной оленьей кожи с модными кисточками и бахромой. Дорогие друзья, я приглашаю вас в Берлин. И вот так вот плавно мы с вами переместились из Москвы в Европу. Кстати, одно из самых популярных кафе-кондитерских в Москве в начале 2000-х так и называлось «Москва-Берлин». Собственно, мы вас туда и приглашаем. Я приглашаю вас отправиться туда в какой-нибудь комфортной обуви. Ну, пускай это будут кроссовки, только не какие-нибудь спортивные, а пускай это обязательно будут гламурные кроссовки для нашей фрау Елены. Посмотрите, какие красивые, невероятные пудренные. Металлик, нежный розовый цвет и модная сеточка. Такого еще не было. Я уверена, это супер хит. И, конечно, кеды, друзья. Все мы любим кеды, но а такие на толстой подошве
очень сильно просили нас представители всего московского бомонда. Да, у нас были призы, призавтраки в модных ресторанах Москвы, к нам приходили разные известные артистки и певицы, и все вместе просили, пожалуйста, сделайте что-нибудь на супер широкой модной подошве. Пожалуйста, ваши мечты мы претворяем в реальность, но, конечно, это мечта не только всех звезд российского шоу-бизнеса, но и нас, с вами, простых обывателей, потому что удобно, потому что комфортно и потому что невероятно красиво. 35 миллиметров высота подошвы, также есть шикарный вариант под рептилию, синий, розовый и серебро. Дорогие друзья, супер премьера! Наконец-то в компании Каприз появилась еще одна новая линейка. Помните ошеломительный успех коллекции премиум? Так вот, теперь у нас есть новая коллекция. Линейка называется она «Комфорт». Действительно, вот такие супермодные, невероятные, шикарные оправы, кроссовки из коллекции «Комфорт», а именно с колодкой увеличенной полноты H. Идеальная, модная, современная пара для полной широкой стопы. Безусловно, здесь есть съемная стелька с технологией On and Soul. Кстати, она тоже модернизирована. В этом году в городе Пермазна, столице обувной индустрии, где головной завод компании «Каприз» и располагается, тоже настоящая производственная революция. Супер ноу-хау, супер модернизированные технологии. А эти кроссовки, ну какие же они красивые, обрамлены супер элементом. Вы посмотрите на этот блестящий задник. Ну правда ведь красота? Вот она наша шикарная пара, пара нашего лета. Давайте так их сегодня назовем, действительно. Ну, они могли бы, я думаю, занять какое-нибудь достойное место не только на танцевальном конкурсе, но и вообще практически пара года. Потому что им всегда легко, потому что им всегда удобно, потому что и он, она в обуви от немецкого бренда «Каприз». Ну и, конечно, потому что наша прекрасная Юля выбирает супермодные кеды. Вы представляете, какое количество цветов здесь? Ну и, конечно, невероятный голографический орнамент. Эти кеды суперлидеры, 90% клиентов продали 100% этих пар. Они фантастические. Хаки. Новый кремовый оттенок на Евгении. Боже мой, пока говорила про Юлю, пропустила практически ваш танец. Напоминаю, что у нас с вами интернациональные танцы, у нас с вами интернациональная вечеринка. Мы с вами посетили Москву и Берлин и прилетели в Польшу. Добро пожаловать в Польшу. Добро пожаловать в Варшаву. Невероятную модную столицу. Кстати, именно в Варшаве просто обожают телефоны. Чтобы гулять по мостовым, чтобы день был буквально бесконечным и не заканчивался, это очень важно. Кстати, нам надо москвичам взять на заметку такое прекрасное явление, как сиеста. Как вы думаете? И отдыхать. Вот начиная с 12 часов дня и до 16 часов отдыхать. Гулять, ходить и наслаждаться микромассажем вашей стельки. В этих слепонах с супермягким задником на новой мягкой подошве есть съемная стелька. Но зачем же ее снимать, боже мой, когда там такой спа-эффект? Ну и вот она, наша прекрасная морячка. Ну какой дурак, скажите мне, останется на суше, когда такая прекрасная женщина уходит в море? Я думаю, отправиться вместе с ней. Шикарные супермодные балетки, современный дизайн, невероятно эластичная подошва. Два классических цвета, белый и черный. Вот такой монохром, но они от этого смотрятся еще дороже и интереснее. Изящный небольшой бант и медальон. То, что обожают жительницы Польши. Еще одно любимое изделие абсолютно всех жительниц, между прочим, России. Не только Польши, хотя мы с вами уже прилетели в Варшаву. Мы говорим о туфлях. Туфли бренда «Каприз» — это их визитная карточка, буквально как и мокасины, потому что именно в туфлях бренду «Каприз» есть где разгуляться. И разные запатентованные системы, и богатство фактур и красок, и невероятные теснения под кожу рептилии, разные цвета, и даже вот такой синий блеск, металлик. Даже каблук выполнен в цвет изделия. Высота каблука здесь 45 миллиметров. Невероятная эластичная кожа, выполненная в один слой. В общем, мечта, а не туфли. Ну и наша веселая, любящая танцевать Юлия выпархивает на подиум в безумно модных туфельках с острым мысом, без практически подошвы, на маленьком-маленьком венском каблуке. И эта система сакетна, внимание, друзья, вы ее просто обожаете, ее обожаю и я. И она полюбилась всем звездам российского шоу-бизнеса. Представьте, эти туфли можно сложить буквально в три раза и убрать в карман. Ну, например, к нашему Евгению или к вашему спутнику, который будет с вами на мероприятии. Удобно. А главное, очень комфортно. Сакетна – это суперсистема, которая является собой гениальное сочетание и крой подошвы, материала подкладки и верха. Тончайшие изделия для самых капризных особ. Добро пожаловать в Токио! Вращаем массе, сказали бы жительницы Японии.
Именно они обожают самые навороченные, самые модные туфельки и босоножки. Обожают девичьи и женский стиль во всем, романтику и очарование, а главное — легкость. Именно поэтому разные банты, аксессуары так любимы японками. Только легкость и веселье, вне зависимости от вашего возраста. Ну а розовые жемчужным блеском босоножки, внимание, на самой модной форме каблука — расклешенный каблук. Он безумно любим жительницами Японии и, между прочим, Лондона. Обтянут натуральной итальянской дорогой кожей. И еще одни босоножки в цвете хаки. Именно в них мы притворили в ядь абсолютно все суперсовременные технологии теснения. Невероятный золотой блеск. Остаться без внимания в такой обуви просто невозможно. Еще одна прекрасная пара. Мы с вами назвали их уже парой года. Потрясающие танцы. Кстати, в Японии обожают танцевать. Хотя, если честно, очень стесняются. Вообще, жительницы Японии очень стеснительные барышни. Но в Токио так много людей, что выделяться нужно обязательно. Поэтому без пары таких прекрасных, удобных туфель из натуральной однослойной итальянской кожи совершенно никуда. Но у Евгения модные кеды. Посмотрите, натуральная итальянская кожа снаружи и внутри. Модная белая контрастная подошва. Вау! Ваши аплодисменты, друзья. Давайте поддержим Женю. Посмотрите, как он прекрасно танцует. Но не каждый ведь сможет так танцевать. А мы вам предлагаем обувь каприз мужскую для вашего, например, мужчины, и он сможет также танцевать. Ну а наша очаровательная Женя, у нас сегодня целых три Жени, представляете, какое стечение обстоятельств, выбирает супермодные балетки с перфорацией, которая так филигранно выполнена. Идеально, на мой взгляд, решение для супербольшого мегаполиса. Вот если вы живете в Токио, вы знаете, как там жарко, как много людей, как много пробок, какой трафик. Конечно, без перфорированной обуви никуда. Кстати, знаете ли вы, что в Японии, согласно правилам приличия гигиены и эстетики, запрещено появляться с открытым носочком? Поэтому Евгений об этом знает, выбирает для себя консервативную, но очень женственную, милую пару. Кстати, эту композицию исполняет для вас одна из самых модных певиц Хиросяйна Суга, самая модная певица Японии. Она сравнится только с Кацуоки. Модные течения в Японии меняют одно другое, но именно эти классные босоножки, как мы их называем, в стиле Нефертити, потому что украшены фантастическими кольцами, невероятно удобны. Помните Биркенштоки? Да кто их не помнит? Наверное, есть они абсолютно у всех. Потому что удобно, потому что комфортно. Так вот, они на них похожи своей подошвой, невероятно удобной анатомической стелькой. И наш Евгений предлагает вам капсульную мужскую коллекцию. Модные мокасины на контрастной подошве и белой шнуровкой. Welcome to Paris. Я бы сказал, Bienvenue à Montmartre. И мы с вами погуляем по Монмартру и, конечно же, по Шанс-Элизе. Вот так легкой походкой мы гуляем по Шанс-Элизе навстречу к Триумфальной арке. И поверьте, забираться на эту Триумфальную арку, ну, удовольствие сомнительное, спускаться — одна радость. Ну а красота какая! Невероятная пикантность, шикарное теснение на коже. Это натуральная замша с потрясающим рисунком розы, романтикой, да и только. Именно поэтому именно этими туфельками с открытым задником мы открываем Париж. И вот оно, невероятное триумфальное появление, супер-премьера. Босоножки из уникальной линейки с запатентованной технологией. Внимание, здесь съемная стелька на липучках. Такого еще не было. Лишь извлекая эту стельку, появляется большое пространство внутри вашей пары, и вы можете поместить туда свои ортопедические стельки. Это находка для женщин, которые следят за своим здоровьем, но все равно хотят быть модными и современными. Ну и, конечно, куда без красных туфель, друзья? Мы же в Париже, мы же во Франции, мы же можем отправиться в Прованс, мы же можем погулять по Лазурному берегу, в Ницце, Канны, Бужеваль. Ну почему же только Париж, друзья? Ну потому что парижанки самые модные. На мне сегодня тоже красные туфельки от Каприз. И на нашей прекрасной Елене шикарные туфли от Каприз из натуральной лакированной кожи. Какая форма, какая красота, какая грация. А главное, это безумно удобно. Кстати, парижанка никогда не откажется от удобства ради красоты. Ну а для тех, кому нравятся необыкновенные решения, нетривиальные фактуры, оптика 3D, фантастическое теснение под кожу рептилий с невероятным металлическим блеском. А теперь внимание на каблук. Кстати, во Франции очень странное метро. Думаю, если вы были, вы заметили, что в Москве оно гораздо удобнее. Но в любом случае, если ваш каблук застревает в эскалаторе, что делать? Конечно, выдергивать. Конечно, звать на помощь какого-нибудь спасателя, какого-нибудь супермена, который вам поможет. Но знаете, с этим каблуком ничего не случится, потому что здесь используется уникальный гальванизированный каблук. Именно поэтому он так блестит, а блеска своего никогда не потеряет, какой бы вы
ситуации не оказались. Как говорится, не комильфо нам, девушкам, носить некрасивые обувь на каблуках. И добро пожаловать в последнюю нашу с вами самую модную столицу мировой моды. Это Лондон. Так что welcome to London, great capital of great country. Действительно, абсолютно невероятная, величественная страна и, самое главное, столица консервативной моды. Кто-то считает, что Лондон угрюм, кто-то считает, что он таинственен, кто-то считает, что он мрачен. Мы так не считаем. Мы считаем, что нужно себя преподносить ярче, и тогда все вокруг окрасится в яркие краски. Шикарная обувь, самый модный каблук, стопик, невероятный лак, фантастический блеск, острый мыс и открытая пяточка. Что еще нужно, чтобы при закрытой обуви консервативного дизайна быть сексуальной? Как видите, мы не считаем, что Лондон — это угрюмая столица, поэтому музыка у нас веселая. И, конечно, шикарные босоножки-деленки. Вау, вот это красота! Честно признаюсь, это один из моих фаворитов. Шикарный каблук, невероятный, золотой. У нас есть разные варианты каблуков, разные фантастические цвета, но они безумно красивые. Это настоящий глянец, настоящая гламурная линейка премиум. Я напомню, что в коллекции компании «Каприз» не только новая линейка «Комфорт», но и наша любимая, полюбившаяся вам линейка «Премиум». Только самая дорогая, восхитительная, натуральная итальянская кожа. Ну а наша прекрасная Юля выбирает для себя шикарные босоножки. Тот самый прототип Манола Бланик. Вы помните «Секс в большом городе»? Его героиню Кэрри Брэдшоу Сара Джессика Паркер пришла в практически именно таких же в гости к старой подруге. И какая-то из других подруг в них ушла. Вот настолько они понравились. И настолько она мечтала их вернуть, что чуть с ума не сошла и целую серию сериала этому посвятила. Шикарная натуральная кожа и гальванизированный каблук. Да, на них хочется смотреть и любоваться. Дорогие гости, дорогие друзья, поприветствуйте, пожалуйста, всех наших моделей. Давайте им поаплодируем бурно. Они для вас старались все эти три дня. Ваши аплодисменты и друг другу за хорошее настроение. Прекрасная обувь, немецкий бренд «Каприз», немецкие колодки, новые технологии, новая линейка «Комфорт», уникальная съемная стелька на липучках, гальванизированные каблуки, оптика 3D и, главное, все еще впереди, ведь у нас для вас еще много сюрпризов и в следующем году. Мы с вами увидимся через полгода, ну а пока я желаю вам хорошего настроения, желаю вам прекрасно встретить конец этого лета. Да, уже не так жарко, но, может быть, это и к лучшему. Ну а мы с горячим приветом из Германии вам желаем хорошего настроения. Всего доброго, до скорой встречи, спасибо за внимание.